Это последний день Гугл-феста. Какой сегодня? 29 сентября? Сентября 2012 года. Да. Что это было? Что же это было? Я думаю, это какие-то больные люди. Да, все они так какие-то странные, реально. Они шли только по коробкам и реально такое ощущение, что вокруг было море. Мне кажется, они больные. Ну, окричали. Мне кажется, надо их на арт-терапию отдать. Арт-терапия спасет мир. Спасибо. Фильм называется «Есть ли жизнь вне картона?» Можете увидеть спустя несколько дней. Да, они его сейчас смотрят, если они его смотрят. Неделю, месяцев. Вы уже видите? Да. Вот, вот, вот оно. Так.
Очень отличный перформанс, просто замечательный. Мы наблюдаем, первый раз пришли на Google Fest. Просто супер, да, спасибо. А мы куда-то идем? Вы хотите, а поверх у кого-то чувака пару там передал. А если ты как? Thank you.
нельзя! Нет, нет, нам нельзя возвращаться! Нет, а ты найдешь новых друзей? Дайте ей лицо! Убирайте! Картона.
Заклевала птичка. Какая она суровая птица. Это когда Светка там махала вам. Запустим это на клуб? Допустим, допустим. Там еще предыдущая есть. Вау! Супер! Ел? А кто это все наподнаделал? Да я. Сейчас? Да-да. Здорово. Оторвалась на льдине. Вау. Да, кстати, рисунок уже готов. Рисунок, да. Со стороны это выглядело достаточно странно, но весело. Вот. А как музыканту это было очень органично. Что мы долго шли и много всего происходило. И главное, люди вот останавливались, там смотрели, присоединялись, так здорово.